вот, 13 президента Дагона, мы лишь участники. Более того, это было бы это логично со стороны, потому что фонд Василия Великого был в 2014 году одним из организаторов форума, который поддерживает традиционную семью, многодетные семьи. У нас было порядка 69 стран представлено. Это был Кремль, где мы объединили общественные организации, видных политических деятелей, открывал его патриарх Кирилл. Поэтому мы, как никто, обладаем опытом проведения участия в таких крупных мероприятиях. Я думаю, что молдавский народ и оценит то, что их президент, как и наш президент, поддерживает традиционные ценности. А мы, как православный фонд, который также пропагандирует, даже не сказать, что пропагандирует, живет такими ценностями, несет их людям, народ, понимаете? Это очень важно. Если глава государства поддерживает свой народ, то мы на него рассчитываем. Потому что я уже говорила, что неоднократно ни один правитель не удержится, если у него нет любви народа. Как только правитель или любой деятель, глава государства отрывается от собственного народа, его потерпит точно прав. А здесь он со своим народом. Он понимает, какие сложности, какие угрозы для этого народа. Он хочет помочь, как и наш президент, говоря о том, что у нас не будет криминальной юстиции. У нас поддерживается традиционная семья. Мы никому никаких ценностей никогда не навязываем. Мы живем в своей стране, мы делимся опытом, мы можем только рассказать, как это работает у нас. А право любой организации, любого государства нас пригласить и поделиться просто опытом. Принимать, не принимать, это уже не наша функция, это право каждого государства. Как и в семье, право на воспитание ребенка, оно должно быть оставаться за родителями. Потому что это святая обязанность, это право не может никто забрать. А денежно вы... Нет, безусловно, мы никак не участвуем, потому что все, что делается, этот пароход, это полностью делает президент Молдавии. Мы участники, мы привезли с собой свою делегацию, которые будут, вы посмотрите, в ряд организаций общественных, с которыми мы работаем, Российской Федерации, они все будут выступать на секциях по ряду разных вопросов, в том числе я тоже буду выступать на секции, касающиеся образования, потому что у фонда Василия Великого есть гимназия Василия Великого, у нас есть и медиа-составляющая. Более того, у нас на сегодняшний момент мы покажем, как мы образовываем детей, как мы учим нравственности. На сегодняшний момент у нас есть передача, которая снимается второй год, называется «Воскресная школа», где идет диалог, живой диалог с подростками. Просто. Мы знаем, что ваш фонд поддерживает господин Малафеев, и он личность, о которой довольно много говорил и в нашей прессе, и в иностранной. Вы можете об этом сказать. Мы знаем, что ему запретили въезд в США, в Канаду и... Вы знаете, ну такие вещи я не могу про другого человека говорить, как бы. Все-таки это совершенно другой человек, да? Ну что могу сказать на фонда сказать? Например, у нас есть такая замечательная программа, которой я являюсь еще председателем попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы ищем детей по всей стране, мы лечим детей по всей стране. Вот, казалось бы, фонд подпал под санкции Украины из-за того, что волонтеры привезли детей в Москву в лечение. Ну, мне очень грустно, когда вот политика начинает как бы мешать людям делать благие дела. Это несправедливо. Никак бы этому объяснения нет. Ну, очень жаль, что так получается. Но это не останавливает нас делать какие-то хорошие вещи, продолжать.